Напомним, авария произошла 9 марта. Участковый управлял автомобилем марки Porsche. За рулем отечественной семерки находился 73-летний мужчина, который скончался от полученных травм. По факту чрезвычайного происшествия начальником МВД России по Оренбургской области Ефремовым Романовым была назначена служебная проверка. В ходе проверки выяснилось, что полицейский был трезв. Виновник в случившемся дорожно-транспортном происшествии будет установлен компетентными органами.